Невероятно масштабное зрелище представилось взору аксайцев. Рисунок, создающий небывалую атмосферность, появился на торце 26-го дома 5-го микрорайона города Аксай. На нем изображен герой Советского Союза, казахский народный герой Бауыржан Момышұлы. Такой необычный подарок сделали городу молодые творческие люди из города Уральск, агентство Unicorn Synergy при финансовой поддержке одной из местных компаний. Ну, изначально инициатива отделом архитектуры была при украшении, улучшении архитектурного облика города. Соответственно, мы видели в других городах, как бы имеются муралы разной тематики. Мы нашли художников-волонтеров в городе Уральск, которые рисовали Ишбатыр қыздарымызды. Вот. После этого с ними связались, определились с эскизом, смысловой нагрузкой. Мы дали свое видение, что мы хотим видеть в связи с 75-летием Великой Отечественной войны, победы. В связи с этим они нам эскизы предоставили, свои варианты. Как такового мы выбор пал на Бауыржан Момышұлы, потому что это известный советский, казахский офицер, герой Советского Союза, где весь Казахстан и за рубежом его знают. Ну, по сравнению, которые в других городах делают, здесь смысловая нагрузка другая и такого представления. После чего спонсор изъявил желание проспонсировать данную инициативу. Дарья Запрометова и Роман Шпак из «Синергии талантов» идеально воплотили эту замечательную идею в жизнь. Теперь данный мурал с изображением Бауыржана Момышұлы притягивает взгляды не только местных жителей, но и гостей города. Мурал Бауыржана Момышұлы составил порядка 200 квадратных метров. Это один из самых объемных художественных работ молодых дизайнеров. Сами дизайнеры рассказали, с чего все началось, и в частности, о самой работе. С идеей, знаете, мы как-то долго не думали, потому что нам позвонили с Акимата, и как бы у них уже были предпочтения, попросили именно к 75-летию Бауыржана Момышұлы. То есть у нас как бы уже была определенная задача. У нас вообще качественный материал, мы исключительно работаем только на качество, обязательно грунтовка. Краска, она у нас получается дорогая, мы не используем дешевый материал. Почему? Потому что чаще всего заказы крупные, плюс это как бы люди... поставленные в определенный чин, и мы не хотим, чтобы потом каким-то образом на нас это отразилось. Поэтому краска, во-первых, фасадная, она прорезиненная, получается, силиконовая основа, то есть она устойчива к влаге, долго сохранится цвет. То есть краска, я хочу сказать, что одна из самых качественных и дорогих. Дешевые мы не используем. Также вот мы используем грунт. Грунт очень хороший, потому что, чтобы краска... Вот многие... при ремонте или еще что-то, не используют грунт. То есть, например, мы же сталкивались, что в помещениях шпатлевка отпадает. Мы используем грунт всегда, потому что если будет какой-то такой казус, что у нас отпадет, это в первую очередь как бы у нас пропадут клиенты. Поэтому мы используем только качественный материал, и хороший, и долговечный. Ребята не только творчески подкованы, но и с расчетами у них все замечательно. В своей работе они учитывают все нюансы. Надо узнать все предпочтения клиента, потом уже разрабатываются наброски. После набросков уже хотя бы мы можем понимать, что хочет клиент, и это делаются эскизы. Эскизы тоже как минимум 3 штуки. При выборе эскиза мы уже подрабатываем как бы в размер, в качество, уже измеряем рабочую область. После эскиза уже конкретно он утвержден, как проведены все расчеты. Как только клиент сказал, что все, да, точно утверждено, мы начинаем уже просчеты материала, закупку материала, просчеты всех как бы нюансов. Ну, здесь как бы не то, что смета, а надо учитывать все варианты, такие как, например, мы приехали сюда, изначально как бы был разговор о машине АГП. Но так как 9-этажный дом, я уже предполагал, что будет такой нюанс, что АГП не дотянется. Поэтому было сразу на старте принято решение, что нужна будет именно фасадный подъемник. То есть в основном мы до старта, до выезда мы просматриваем все нюансы, потому что когда уже приедешь на место, уже деваться будет некуда. После того, как мы все вот это все просчитываем, все учитываем, лучше с излишком, мы приезжаем на место и уже грунтуем, начинаем работать.
Масштабы изображения поражают, поэтому мы не переставали удивляться энтузиазму и таланту молодых людей. Отметив необходимые границы, ребята почти один день потратили на грунтование, чтобы куски рисунка в будущем не отпали, так как дом не новый, и покрытие стен было изношено временем. Дарья и Роман в этой сфере более 10 лет, но вместе они работают примерно год, основав свое агентство. Они также поделились впечатлениями от города и жителей. Мы приехали, и все без проблем. Мы нашли квартиру, без проблем нашли грузчиков. Грузчики вообще очень понравилось, что решает вопрос моментально. Ребята молодые. Очень понравилось, как помогают люди. То есть в Оксае очень быстро идут на взаимопонимание. То есть только позвонили, сказали, как бы решили вопрос насчет оплаты, насчет труда, и моментально приехали, моментально решили. Также очень понравилось... Помощь КСК. КСК здесь вообще на высшем уровне. Я это впервые вижу, когда, как бы, я не знаю, двор содействует, помогает, предоставляет. Нам предоставили подвал для хранения краски. То есть у нас очень, как бы, отзывчивы все здесь в округе, и нам очень это нравится. К слову, здесь мы сами убедились, что дела делаются оперативно. Председатель КСК Арман Сергей Десюн сразу же прибыл на место по нашему приглашению. Сергей Николаевич высказал свое мнение по этому поводу. Жители очень довольны этом, посмотрели, всем нравится очень. И очень ребята молодцы, очень быстро, хорошо работают. Сделали, в принципе, за короткий срок такую красивую картину, видную. Мы подготовили, как сказать, стену, у нас здесь плакат был, мы убрали, КСК сделали. Предоставили помещение все для материалов, естественно, им надо было краски много, там все оборудование, все хранить, где предоставили. И подключили электроэнергию, там что смогли, что от нас зависело, от КСК, какие необходимые работы были. Я благодарен, ребята молодцы, хорошо работают очень, красиво будет, если так будут у нас расписаны красивые здания такие. Такие картины будут красивые, будут, по-моему, приятно смотреть. Всем нравится, по-моему. Мысленно согласившись со словами Сергея Николаевича, мы пожелали ребятам удачи в их делах. Следует отметить, что в планах отдела архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района воспроизвести еще один мурал в городе. О будущих планах специалистов мы расскажем в наших следующих материалах. Майя Амирова, Тимур Толебергенов, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачаганак».